Трехдневный снегопад окончательно парализовал движение транспорта в Новосибирске. Десятки тысяч горожан опоздали на работу. Снегом завалены улицы, тротуары. Коммунальной техники не видно. Мэрия уверяет, город убирают по ночам, якобы днем. Это мешает движению автомобилей. И вместо авральной работы прочистки вновь звучат призывы пересаживаться на общественный транспорт, который точно так же стоит в пробках.